Лабинск выходит из зимы серым и неопрятным. Привести территорию в надлежащий вид – общая первостепенная задача, над которой уже началась работа. Особое внимание дорогам и автобусным остановкам. Ликвидации несанкционированных свалок, расчистки лесополос, наведение санитарного порядка на придомовых территориях и в общественных местах. Главы района и города наметили основные мероприятия. Во время объезда были обозначены болевые точки, где в первую очередь необходимо навести санитарный порядок. Пятница в районе объявлена единым санитарным днем. Много поступает от жителей сигналов и телефонных звонков, и в социальные сети пишут о том, обратите внимание на тот перекресток, на этот, обратите внимание на автобусные павильоны и все тому подобное. Чтобы глобально поменять ситуацию, конечно, мы должны больше зарабатывать, мы должны готовить документацию и участвовать в программах. Мы обязательно будем этим заниматься. Но сегодня я взял Алексея Николаевича, мэра города, чтобы проехать, на мой взгляд, по самым болевым точкам, которые не требуют какого-то большого бюджетного вливания, требуют просто наведения порядка. Либо силами предпринимателей возле своих объектов, либо силами коммунального хозяйства, как автобусные остановки и другие моменты. Мы обязательно перспективу проработаем, чтобы это... Санитарный порядок наводился системно. Как бы вот сейчас есть уже намерение, что каждую пятницу определить во всем районе санитарный днем силами бюджетников, районной администрации, силами специалистов городской администрации. И, конечно же, я очень рассчитываю, что и жители нас поддержат. Потому что все мы живем, все мы свой, любим город. Ну, нужно стараться хотя бы возле своих объектов, как предпринимателям, так и жителям, возле своих домовладений, помогать нам наводить порядок. А то, что мы перестроим свою работу по комплексному санитарному состоянию, это однозначно.